Последнюю информацию о ситуации в Израиле, а также о реакции на новости о визите Джо Байдена, рассчитываем узнать у живущего в Израиле журналиста Дмитрия Хайтовского, который с нами на прямой связи всю последнюю неделю. Дмитрий, приветствую. Собственно, начнем именно с темы визита Байдена и возможного эффекта на ожидаемую наземную операцию, потому что многие в Америке, например, комментируют это как очередное откладывание возможной наземной операции и попытку Байдена избежать какой-то крупной конфронтации. Что говорят в Израиле? Чего ждут от этого визита, ну, кроме, очевидно, помощи на 10 миллиардов долларов? Ну, тем не менее, помощь на 10 миллиардов долларов тоже ждут. Это и моральная поддержка, и техническая, ну, то есть военная поддержка, и финансовая. Вот, наверное, три составляющих успеха по трем этим составляющим ждут от переговоров между Нетаньяху и Байденом после того, как президент США прибудет в Израиль. Понятно, что военная часть этой договоренности, наверное, уже начала исполняться еще до таковой встречи. Это две авианосные группы, которые одна из них уже в Средиземном море, обе зашли в Средиземное море, и одна уже в территориальных водах Израиля. И это, безусловно, очень большая поддержка. Это сдерживание Хезболлы в том числе, это то, от чего сильно зависит наземная операция. Израиль, конечно, не боится второго фронта, но явно не хочет воевать на два фронта. Ну и вот эта поддержка, безусловно, очень нужна. Как говорит самоходные артиллерийские установки, хорошо, а самоходные артиллерийские установки плюс две авианосные группы гораздо лучше. Вот. Конечно же, финансы, это очень важно. Я хотел бы оговориться, что в заявлении Пентагона указывается, что Соединенные Штаты пока не собираются участвовать в как наземной операции, или, по крайней мере, военной. То есть символически, безусловно, это происходит. Но, кстати, вот я хотел бы уточнить. В Израиле все-таки вот это... В Америке звучит оценка, что визит Байдена может несколько снизить масштаб операции, если хотите. То есть сделать его более точечной, с меньшим количеством, условно говоря, жертв в секторе Газа, или сделать ее ограниченной. Вот это также оценивают или ожидают? Вот что говорят? Я думаю, что Израиль будет проводить эту операцию, может быть, не, то есть точно совершенно не спрашивая разрешения у Соединенных Штатов, может быть, консультируясь военные с военными. Дело в том, что здесь все очень просто и сложно одновременно. Если проводить больше самолетов направлять в Израиль, сектор Газа и продолжать проводить бомбардировки сектора Газа, то вряд ли можно достичь целей уничтожения Хамас. С другой стороны, если очень много использовать наземные войска при будущей наземной операции, то это, безусловно, жертвы среди военнослужащих Сахал. Люди, граждане, это, безусловно, приоритет государства Израиль. Поэтому здесь, я думаю, что военное руководство будет ориентироваться прежде всего вот на этот, ну, если так можно сказать, военный баланс. А что касается вот военного руководства, накануне мы говорили о выступлении Нетаньяху в Кнессете, сегодня все обсуждают заявление главы военной разведки, который, ну, официально, собственно, посыпал, что называется, голову пеплом, признал провал и ответственность за это. Как на это реагируют в Израиле? На это в Израиле реагируют, как, собственно, сами и политики говорят, да, мы виноваты, но будем разбираться после войны. Также, собственно, простые израильтяне, они сейчас на это, наверное, не сильно смотрят. Да, признал. Но они и так это видят. Об этом говорили первые минуты начала войны в прошлую субботу. Поэтому здесь для израильтян нету какого-то секрета. Я единственное скажу, что это, в принципе, сейчас такая волна признаний. Потому что первым был руководитель генштаба Херцли Халеви, потом Аарон Халива, вот как раз руководитель военной разведки, Ронан Бар, руководитель контрразведки, и Цахи Ханегби, он возглавляет Совет национальной безопасности. Есть даже один маленький скандал. Министр связи признал свою ошибку, он почти дословно сказал: «Язык мой враг мой», на вопрос, признаете ли вы ошибку, вчера, по-моему, он сказал: «Мы какую?» Ну вот, собственно, вот так.
Спасибо. Живущий в Израиле журналист Дмитрий Хайтовский о реакции на грядущий визит Байдена. Еще раз повторимся, через несколько часов Байден должен вылететь из Вашингтона. И также о реакции на признание главы военной разведки о провале, как раз перехвата любой информации о грядущем нападении Хамас. Собственно, продолжим эту тему. Число жертв конфликта Израиля и Хамас продолжает расти. Власти палестинской автономии сегодня сообщили, что погибших в секторе Газа уже больше 3000, раненых больше 12 тысяч. В свете подготовки к наземной операции «Цахал» в секторе Газа министр обороны США Ллойд Остин приказал примерно 2000 американских военных быть готовыми к отправке на помощь Израилю. Речь идет о военных, которые уже размещены на Ближнем Востоке. В Пентагоне подчеркивают, что речь идет о консультировании «Цахал» и о медицинской помощи. Одновременно Иран проявляет все большее участие в развитии этого конфликта. В течение минувших суток силы Израиля и боевики Хамас продолжали обстреливать друг друга ракетами. По сообщениям CNN из сектора Газа, на этот раз разрывы от израильских ракет можно наблюдать всего в километре от КПП «Рафах», самой южной точки Газы на границе с Египтом. В то же время германское издание «Шпигель» сообщило, что «Цахал», армия обороны Израиля, не будет начинать в Газе наземную операцию, пока не завершится предстоящий визит в Израиль президента США Джо Байдена. В свою очередь, «Хамас» вновь нанес ракетные удары по территории Израиля в районе городов Сдерот и Ашкелон. Тем временем «Цахал» подтвердил, что пограничники убили 4 диверсантов, которые тайно проникли в Израиль из Ливана и попытались установить взрывное устройство, сообщает Рейтер. Инцидент произошел на фоне предупреждений ливанских властей о том, что в случае обстрелов со стороны Израиля, Ливан тоже готов к силовым методам. Силы Израиля и ливанской исламистской группировки «Хизбалла» ведут ограниченные военные действия и обмениваются ударами с 7 октября. Это самая значительная эскалация в этом приграничном районе за последние 17 лет. Израиль предупредил о готовности поддерживать на границе с Ливаном статус-кво, но при условии, что «Хизбалла» не пойдет на эскалацию. Еще раз хотим заявить, наши правила относительно ситуации на северной границе предельно ясны. Любой, кто приблизится к пограничному заграждению или попытается что-либо с ним сделать, будет остановлен, будет застрелен. Такая позиция Израиля вызвала резкое неприятие в Тегеране, который поддерживает группировку «Хизбалла». Духовный лидер Ирана Аятолла Хаминии заявил, что число израильтян, убитых боевиками «Хамас», намного меньше, чем общее число палестинцев, убитых израильтянами, и что не следует долго испытывать терпение мусульманских народов. Если Израиль будет продолжать эти преступления, мусульмане и силы сопротивления потеряют терпение. И никто их тогда не сможет остановить. Они там, на Западе, должны это знать. Им не следует ожидать, что кто-нибудь остановит эти группы. Никто их не остановит, если их терпение кончится. По-прежнему открытым остается вопрос о захваченных Хамас заложниках. По утверждению главарей группировки, они удерживают до 250 граждан Израиля и других стран, хотя эта цифра может быть завышенной. Во вторник Рейтер сообщил, что к переговорам с Хамас по поводу освобождения заложников подключились власти Турции. Военное крыло Хамас бригады Аль-Касам опубликовало видео и фотографии Мии Шем, захваченной в плен 21-летней гражданки Израиля и Франции. На снимках видно, что у заложницы, похоже, травма руки. На видео Мия говорит, что ее похитили в городе Сдерот у границы с Газой, куда она приехала на музыкальный фестиваль. Представители Хамас сообщили, что ей сделали операцию, которая длилась 3 часа. После этого власти Израиля вышли на контакт с семьей Шем и сделали заявление в соцсети X. На опубликованном боевиками Хамас видео они пытаются создать впечатление, что они действуют гуманно. Однако они представляют собой ужасную террористическую организацию, ответственную за убийство и похищение младенцев, детей, мужчин, женщин и пожилых. В настоящее время мы предпринимаем все разведывательные и операционные меры, направленные на возвращение всех заложников, включая Мию. Мать похищенной Мии Шем во вторник сделала заявление на пресс-конференции в Тель-Авиве. В нем она обратилась ко всему мировому сообществу с мольбой о том, чтобы ее дочь спасли и вернули домой. Голос Америки, Вашингтон.